Скат хвостокол. Существо отнюдь не зловещее и не опасное. Это мирный, даже робкий житель подводного пространства. Хотя внешне он напоминает жителя иного мира. Он похож на живого воздушного змея, который парит из стороны в сторону. Увлекаемый морским течением, он наслаждается легкостью и свободой собственного подводного полета. Словно таинственный космический корабль, плывет он по подводным просторам, изредка опускаясь на самое дно. Приземляясь, он зарывается в песок в поисках своей добычи. Острое чутье его редко подводит, и потому скат практически никогда не бывает голодным. Его плавники точно крылья летучей мыши. Один взмах, и он уже далеко впереди. Скат уверенно всплывает со дна, оставляя позади клубы песка. Не пытайтесь проследить за ним. Хвостокол поспешит укрыться, спрятаться, исчезнуть. Вся сила ската в его хвосте. Он – его главное оружие в защите от врагов. Один удар, и острые иглы-шипы пронзают тело противника, а по ним в проделанную острием рану стекает яд. О силе этого яда ходят легенды и слухи. В древности люди смазывали им стрелы, копья, пропитывали одежду своих противников. Племя майи использовали этот яд в качестве болеутоляющего средства. Для самого ската применение своего яда – отличный шанс остаться в памяти противника на долгое-долгое время.